Финансовый сектор Северного Казахстана динамично развивается. Тому доказательство – расширение филиальной сети банков. В Петропавловске открылся филиал акционерного общества «Азия Кредит Банк». На презентации финансового института побывала наша съемочная группа. Музыка, яркие воздушные шары – все торжественно. В центре Петропавловска открывают филиал еще одного финансового института – «Азия Кредит Банк». Расширение филиальной сети банков – признак растущего интереса финансистов к Северному Казахстану. Каждая поддержка, каждый выданный кредит, который сегодня в области будет выделен, это еще одна возможность создать новые рабочие места, внести еще одну лепту в экономику региона, в региональный продукт. Поэтому для нас это важно. Мы сегодня здесь, и я сегодня всех горожан, жителей области поздравляю с этим знаковым мероприятием. Такое событие – яркое подтверждение того, что финансовый сектор региона динамично развивается, говорит директор североказахстанского филиала Национального банка страны Жумарт Кажрахимов. По сравнению с прошлым годом, например, рост кредитного вложения составляет порядка 3%, 103% к 1 июня за 5 месяцев, 6 месяцев еще данных нету. Есть доверие со стороны населения. На сегодня депозиты у нас превышают 64 миллиарда тенге. С начала года банками выдано порядка 35 миллиардов тенге кредитов. «Азия Кредит Банк» – пионер ипотечного кредитования и лизингового финансирования. На рынке финансовых услуг Казахстана работает с января 92 года. Наш регион 10-й по счету, где открывается филиал. Опыт работы с местными предпринимателями у банка, кстати, имеется. Мы профинансировали уже порядка 9 проектов на сумму порядка 2 миллиардов тенге. В том числе мы активно реализовали здесь политику, проводимую фондом ДАМУ с правительством Республики Казахстан. В рамках государственных мер поддержки профинансировано 4 проекта на сумму около 1,5 миллиардов тенге. В связи с организацией финансирования новых проектов в городе будут созданы порядка новых 25 рабочих мест. После торжественного разрезания ленты участники праздника посетили банк, смогли получить необходимую консультацию. Многие гости с работы финансового института уже знакомы. В июле этого года будет ровно год, как мы являемся клиентами «Азия Кредит Банк». Раньше мы обслуживались алматинским филиалом. Хотелось бы отметить оперативную, качественную работников, сотрудников банка. Открытие банка в Петропавловске позволило дополнительно трудоустроить 30 человек. Осваивается на новом месте Татьяна Васильева. В финансовой системе менеджер проработала 36 лет. Секрет успешной работы с клиентами знает. Важно любить свою работу, оказывать услуги быстро и качественно. Здесь все для клиента, также для работника. Хорошие условия, очень качественно, быстрое обслуживание клиентов, хорошие продукты, продукты по депозитам, продукты по переводам. На финансовом рынке Северного Казахстана работают 18 филиалов банков второго уровня и 77 подразделений. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК.